Здравствуйте, друзья дорогие. Добрый вам вечер. Люб, привет тебе. С наступающим праздником. И всех то же самое. Ольга, и вам привет тоже. Всем привет большой. Всех, кого вижу здесь. И с наступающим праздником, День чекиста. Потому что, как говорил я полтора года назад, сейчас повторю, государственная безопасность, а государство – это мы, и никто другой, значит, наших рук это дело. Каждый на своем месте, каждый чем бы ни занимался. И личная безопасность, и безопасность страны, безопасность Родины. Так что праздник общенародный, почему-то до сих пор не красный день в календаре, ну и ладно. А мы все равно, 20 декабря, который будет впереди, мы его сегодня... И, собственно, с вашего разрешения... Во! Здравия желаю! Наши люди подтягиваются пока. Мы тут начнем. С вашего разрешения несколько слов сначала скажу. Значит, залез специально в интернет, залезал. Исключительно песни про разведку, если написаны. Про контрразведку нет, ни слова. Но я-то большую часть прослужил в контрразведке, поэтому... А поздравляем всех чекистов, и внешняя разведка, и второе, и третье, и главное управление. Так что такой микс, ваше разрешение, будет старых хороших песен написано. И же из хороших фильмов про разведку. И хорошие песни про разведку. Да и вообще, значит, как бы не говори, это все равно государственная безопасность. Еще есть дата ровно. 25 лет назад был упразднен официально Комитет государственной безопасности. И потом началось КГБ России, МГБ. Здравствуйте. Но поскольку я нигде не служил, кроме КГБ СССР, чем горжусь лично я до сих пор там, и не написано новых песен, все старые добрые песни, что-то там нынешние сотрудники силовых ведомств про себя ничего-то не пишут, молча. Ну, а потом уже несколько слов там такие очень секретные. Поэтому я вас еще раз поздравляю с праздником. Доброго здоровья всем. На фоне того, что там мракобесы списки вывесили всех сотрудников с 18-го года начиная, я помню и знаю, что было, когда в Чехословакии, а еще раньше в Венгрии, взяли и выписали всех. В Венгрии вообще всех перевешали, своих, вниз головами, в 56-м году в августе. В Чехословакии списки вывесили. И только умные немцы, когда ГДР воссоединилась, они эти списки почитали и взяли к себе на работу всех, почти кто работал в МГБ Германии. А тайну раскрою, а мы успели вывести архивы оттуда вовремя перед этим. А у нас списки. Но мы про эти говорить не будем. Пятая колонна жива и процветает у нас. А ведь война, победа в 45-м обеспечена тем, что к 41-му году более 3000 явных диверсантов и шпионов иностранных было чекистами выявлено и уничтожено, и изолировано. Поэтому создать ее не удалось. А теперь времена другие. Так что все, буду что петь, относится по 91-й год включительно. Дальше я не знаю. Дальше я там нигде не служил. И ничего про это не знаю. А раз не знаю, так и говорить не буду. Но поэтому вот... Но есть старые хорошие песни. Вы знаете эту песню. Я начинал позапрошлый год, когда мы с вами встречались на День ЧК. Вы ее знаете, с нее. Прожектор шарит осторожно по пригорку, и ночь поэтому нам кажется темней, который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня в запасе гильза от снаряда, в кесете вышитом душистый самосад. Солдату лишнего имущества не надо, махнем не глядя, как на фронте говорят. Солдат хранит в кармане выцветшие шинели, письмо от матери до горсть родной земли. Мы для победы ничего не пожалели, мы даже сердце, как энзы, не берегли. Что пожелать тебе,
товарищ перед боем. Ведь ты в огонь и дым идешь не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбою, махнем не глядя, как на фронте говорят. Мы научились под огнем ходить не горбясь, жильем случайным расставаться не скорбя. Вот потому-то наш родной гвардейский корпус 100 грамм с прицепом надо выпить за тебя. Покуда тучи над землей родной клубятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Так чем с тобою на прощание поменяться? Махнем не глядя, как на фронте говорят. Так чем с тобою на прощание поменяться? Махнем не глядя, как на фронте говорят. Это помните из кинофильма «Щит и меч»? Это про НКВД, КГБ, ВЧК. И эта песня. Сердце молчит в темной ночи, в поиск опасный уходит разведка с песней в ночи. Легче идти, только разведка в пути не поет, ты уж прости. Где-то сквозь снег песни и смех, здесь лишь гудит новогодняя вьюга. В мирном краю тех, что в бою, вспомни и тихо пропой про себя песню мою. Вспомни и тихо пропой про себя песню мою. Ну, напомнят кинофильм «На 7 метрах». Был старый, хороший, добрый фильм. А это из кинофильма «По тонкому льду». Хорошая песня. О разведке там ни слова, но зато о дружбе. О хорошей, верной солдатской дружбе. И вообще о дружбе. Друг не тот, с кем в праздник распевают песни, и не тот, с кем делят чашу на перу. Трудную минуту с ним встречают вместе беды и потери, холод и жару. Пачку беломора, воду и патроны делят меж собою поровну друзья. У хорошей дружбы есть свои законы, и законом этим изменять нельзя. Продержись хоть сутки под огнем во враге, обойди экватор и полярный круг, с ним глоток последний раздели из фляги, и тогда увидишь, кто такой друг. Друг не тот, с кем в праздник распевают песни, и не тот, с кем делят чашу на перу. В трудную минуту с ним встречают вместе беды и потери, холод и жару. Я много лет считал, что эта песня написана про ГРУ, военную разведку, посвящена им. Значит, но оказалось, что автор не Главное разведывательное управление этих слов. Вы ее знаете.
Эти люди военные ходят в форме так редко, в орденах появляются лишь в особые дни. Их работу нелегкую называют разведка, и нечасто до старости доживают они. Их работу нелегкую называют разведка, и нечасто до старости доживают они. Эти люди военные любят петь и смеяться, и грустят, как гражданские, о любимой своей. Только часто приходится им с Москвой расставаться, и все реже случается обнимать сыновей. Только часто приходится им с Москвой расставаться, и все реже случается обнимать сыновей. Эти люди военные, каждый славы достоин, и пускай имена их в строгой тайне хранят, доказали не раз они, и один в поле воин, доказали не раз они, и не надо наград, доказали не раз они, и один в поле воин, доказали не раз они, и не надо наград. Эти люди военные ходят в форме так редко, в орденах появляются лишь в особые дни. Их работу нелегкую называют разведка, и нечасто до старости доживают они. Их работу нелегкую называют разведка, и нечасто до старости доживают они. Эта песня, нельзя сказать точно, кому она посвящена. Разведчику, который оказался за рубежами Родины, или контрразведчику, который оказался примерно там же. Потому что служба контрразведки присутствовала везде. И второе главное управление ФСБ, и первое главное управление КГБ, это сейчас называется внешняя разведка. Без контрразведки, как и без разведки. Во всяком случае, тот генерал-полковник, который меня рекомендовал в 1974 году, в 1975, по-моему, да, светлой памяти. Он мне говорил: не переживай, говорит, Игорь, я высшую школу закончил, ты попал. И попал в контрразведку. Были кто-то сразу в разведку ушли, значит, ну а я в контрразведку. Говорит, не жалей, все равно ты, говорит, это, говорит, азбука. Без нее никуда, как в русском языке. Ну да, через 2 года с половиной я попал куда мечтал. Не Афганистан, я имею в виду, а в первое главное управление. И ничуть об этом не жалею. В какой безразлично стране заграничной, в одном из огромных чужих городов живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов. Живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов. Чтоб быть в русле жизни, он делает бизнес. Он враг коммунизма, он в общем аскет, как все за границей. Он ходит молиться,
а где-то хранится его партбилет, как все за границей. Он уходит молиться, а где-то хранится его партбилет. И не за награду, и виллу с оградой, на риск каждым утром тот мистер идет, а где-то в Ростове, а может, в Пскове, а может, на Волге. Семья его ждет, а где-то в Ростове, а может, в Пскове, а где-то на Волге. Семья его ждет. И может так статься, что им не дождаться, когда он с работы вернется домой, а просто однажды придут к ним и скажут: он долг выполняя погиб как герой. А просто однажды придут к ним и скажут: он долг выполняя погиб как герой. В какой безразличной стране заграничной, в одном из огромных чужих городов живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов. Живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов. Я не буду называть, ну, там, автором, да? Ну, долго, да и не нужно. Главная песня и главное о чем. Значит, в 83-м году из первого заезда в Афганистан я вернулся. В 87-м поехал в Америку в составе правительственной делегации офицером безопасности. В 87-м, в 88-м опять Афганистан, в 89-м опять Афганистан. Вывод войск. И с гордостью ношу армии орден Красной Звезды. И там написано: капитан Морозов, командир специального назначения 40-й армии, значит, обеспечение безопасности вывода. Вот чем я это больше всего и горжусь. Маленькая доля там в том, что почти без потерь оттуда вышли, есть и моя. Значит, так что, но в Америке меня ничем не заинтересовало. Ну, как бы это сказать-то? Такая же смесь дикая народов, как и у нас в Советском Союзе и сейчас, даже когда развалился Советский Союз. И ничем американцы не отличаются. Дело в том, что мы думаем все время, как там соседи, не отдать ли им последнюю рубаху свою там, не помочь ли кому-нибудь, зачем-то. А американцы думают в своем кошельке. И там, английское слово такое, лузер. У нас его без конца повторяют, не знаю, что это такое. У нас все же на такие английского языка потрясающие. Лузер – неудачник или проигравший. Лузером в Соединенных Штатах считается тот, кто вот видел, что может украсть 1 050 000 на 50 и не крадет. Вот лузер. Ну, у нас крадут, и лузеров у нас по горло теперь тоже. К сожалению. Не всех сажают, не все конфискуют имущество. Как мы знаем из прессы, из этих... Ну, так вот, разницы большой нет, поэтому вот такую песню оттуда и привез. Да, там 21 век как бы был, в Афганистан 14-й, а я решил остаться у себя на родине в 20-м, и вот дожил до 21-го. И тоже не жалею, никуда не делся. От Кабула и до Вашингтона побродяжничать выпало нам. Корабли, самолеты, вагоны, то пожары, то вспышки реклам. Обними на прощание друга, где увидеться вновь суждено, что нам старый товарищ разлука. Мы к разлукам привыкли давно. Что нам старый товарищ разлука. Мы к разлукам привыкли давно.
Расставание не повод для грусти, просто новых событий виток. И речное не высохнет устье, если будет надежен исток. И за гранью полярного круга, и в пустыне, где все сожжено, что нам старый товарищ разлука? Мы к разлукам привыкли давно. Что нам старый товарищ разлука? Мы к разлукам привыкли давно. Наши женщины пусть не стареют, ожидая нас с дальних дорог. А друзья, даже если сидеют, то не позже, а раньше, а в срок. И пока что гитара-подруга с неуемной душой заодно. Что нам, старый товарищ, разлука? Мы к разлукам привыкли давно. Что нам, старый товарищ, разлука? Мы к разлукам привыкли давно. Спасибо. Значит, не могу не спеть песню уже известную вам «Карася», да? Жив-здоров, ликвидирует бесконечные протечки в канализационной системе в городе Луганске. Да, да, чинит швейные машинки и много чем занимается на пенсии. Ну и потом он был декабристом. Он был куосовцем, декабристом, нашим предшественником. И то, о чем поет, нам все близко и знакомо. И место расположения 101-й диверсионной рабочей школы, диверсионной школы. Вот сейчас спор идет, да, затеяли какие-то там, слов нет приличного, раздолбая, в общем, там где-то. Благо Зоя Космодемьянская, шизофреник, не шизофреников. Только хорошо при этом еще вспомнили кто-нибудь, даже ведущий, что она училась в 101-й диверсионной школе, а психов и сумасшедших сюда не брали. Никогда и ни под каким видом. Так что вопрос ясен. Кто знает. Старинов преподавал еще. Это враг номер один Адольфа Гитлера. Специалист по рельсовым войнам, партизанам, диверсионным. Мы учились еще там, когда были. Так что, а? Вот. Так что, вот поэтому... известной песни. Давно написано «Карасем». Я по свету немало хаживал, под Кабулом в землянках я жил. На Баграме десант высаживал, за Рандои и в Хаде служил. Бил душманов, как батя фрицев, повторяя простые слова. Далека ж ты, Москва, столица, золотая моя Москва. Далека ж ты, Москва, столица, золотая моя Москва. Сколько дней это будет длиться, сколько скажут нам матерных слов, сколько лягут в чужих столицах самых славных твоих сынов. Без салютов нахмурив лица, их проводит родная братва. Кем ты будешь потом гордиться, золотая моя Москва? Кем ты будешь потом гордиться, золотая моя Москва? А пока что с друзьями вместе вспоминаем кишлак, чеквардак и твою лебединую песню, что спел ты в огне, а так днем и ночью в пургу и в жарищу беспощадно громил ты врагов, как учил нас полковник Нищев, как советовал Быстряков, как учил нас полковник Нищев, как советовал Быстряков. Я люблю подмосковные рощи, те, что стали родными для нас. Я люблю твою Красную площадь, Балашиху и бычий глаз. Снова вижу родные лица,
Мы готовы славянам помочь или сирийцам, как хотите. Вот появиться и быстро смыться, потемнее удалась бы ночь. Появиться и быстро смыться, потемней удалась бы ночь. А что, сейчас называется так, нейтрально? Разведка специального назначения. Ну, во-первых, это диверсионная разведка КГБ СССР. Там, одна из лучших, не только в Советском Союзе, и в мире. Так что появиться, я потом еще спою, быстро смыться, потемнее удалась бы ночь, я вам дальше попозже спою. Это так и надо. Чем незаметнее, тем лучше. Сделал дело и исчез. Вот. Я эту песню написал не афганец. Но он, видно, хорошо знал географию, поле деятельности вымпела. Того старого вымпела, которому имели честь принадлежать, диверсионному. Управление С нелегальной разведки, силовая была конструкция, значит, тогда. Называется «Полковник спецназа». Песня, может, и не очень точна, не слишком, но, по крайней мере, обозначены некоторые, где были из наших люди, где воевали, где учили младших собратьев по разуму. Но это было. Он был диверсантом, он дьяволом был, в песках чернокожей Анголы. Полковник спецназа работу любил, хоть был не в ладах с Интерполом. Полковник спецназа такой молодой, агент нелегальной разведки. В огне не сгорел, не пропал под водой за две боевых пятилетки. В огне не сгорел, не пропал под водой за две боевых пятилетки. Полковник спецназа с холодным лицом налил полстакана и выпил. Полковник спецназа был лучшим бойцом в команде с названием «Вымпел». Полковник спецназа был лучшим бойцом в команде с названием «Вымпел». В ущельях Паншера под серой чедрой скрывал он славянские скулы. От страха его называли чумой душманы в далеких аулах. Потом Никарагуа, Куба, Фидель, потом Мозамбик, перелеты. Потом в Эквадоре на наркокартель он сам поднимал вертолеты. Потом в Эквадоре на наркокартель он сам поднимал вертолеты. В Америке Дельта, в Испании Гал, его безуспешно искали. А он в это время рыбешку тягал из речки на Среднем Урале. А ночью, покинув родные места, летел он над сектором Газа. Быть может, в стране, где распяли Христа, сегодня полковник спецназа. Быть может, в стране, где распяли Христа, сегодня полковник спецназа. Полковник спецназа с холодным лицом налил полстакана и выпил. Полковник спецназа был лучшим бойцом в команде с названием «Вымпел». Полковник спецназа был лучшим бойцом в команде с названием «Вымпел». Спасибо. Тише, подальше, девушка? А, ближе? Хорошо, понял. Так. Друзья, мы из Вымпела, из каскадов 4-го и предыдущих, Омеги и все остальные. Друзья, мы из Балажихи, я давно написал эту песню. Вот. Праздник
20-го вот касается их и работы. Без речей молчаливо прощание, пусть удача поможет ему. Вот уходит мой друг на задание, было бы легче идти самому. Будет утро туманное раннее, и грачиных сумятится стай. Вот уходит твой друг на задание, ты удачи ему пожелай. Пожелай ему точного выброса, строп надежность и верный расчет, и из трясины болотистой выбраться, если ветер туда занесет. Совершить, что задумано ранее, что на карты штабные легло. Вот уходит твой друг на задание, пожелай, чтоб ему повезло. А на завтра звонки телефонные поздней ночью подымут тебя, и помчится машина разгонная по бульварам, которые спят. Пусть судьбы не предскажешь заранее, но с последним пожатием рук другу скажешь ты сам «до свидания». До свидания, мы встретимся, друг. Пусть судьбы не предскажешь заранее, но с последним пожатием рук другу скажешь ты сам на прощание. До свидания, мы встретимся, друг. Так, это 10 лет я больше эту песню писал и переписывал. Значит, она называется «Что может быть лучше плохой погоды». Когда-то давно-давно Бойко, забыл какой, болгарский разведчик, написал книгу одну о своей. Назвал, что может быть лучше хорошей погоды. Вот. А для спецназа ничего не может лучше плохой погоды. Пусть для всех плохая, для нас в самый раз хорошая. Кому-то Канары, кому-то Гавайи, и ясный безоблачный день. А я вот такую профессию знаю, где ценится сумрак и тень. А я вот такую профессию знаю, где ценится сумрак и тень. Незримость присутствия, смысл работы, задача очерченный круг. Гораздо нужнее хорошей погоды, плохая погода, мой друг. Гораздо нужнее хорошей погоды, плохая погода, мой друг. Плохая погода, она нас послужит, от вражеских глаз бережет. Туманом укроет, снегами завьюжит, следы наши ливнем сотрет. И с неба, и с моря, из рая, из ада придем мы неслышно, как тень. Туда, куда Родина скажет нам надо, чтобы новый затеплился день. Туда, куда Родина скажет нам надо, чтоб новый затеплился день. Чужая земля под крылом самолета, бессмертие, бессмертие распахнутый люк. Что может быть лучше хорошей погоды, плохая погода, мой друг? Что может быть лучше хорошей погоды, плохая погода, мой друг? Объект охраняет особая рота, таких не возьмешь на испуг. Вот тут ты лучше хорошей погоды, плохая погода, мой друг. Вот тут ты лучше хорошей погоды, плохая погода, мой друг. Пускай нас сегодня не видят, не слышат, но долгие годы пройдут. И может быть вспомнят, и может напишут, а может быть даже споют о том, как сражались в любую погоду, как прадеды их и отцы, невольники чести, солдаты свободы, с
специальные разведки и бойцы, невольники чести, солдаты свободы, специальные разведки и бойцы. Еще же одна дата приближается. Она, в общем-то, не знаю, наши вот ветераны, кто праздник празднует, кто это рассматривает как День памяти. Ну, 27 декабря, без отметки в календаре. Значит, я не знаю, чему посвящен. У Карасян спрашивал, автор первого исполнения слов вообще, это Карась. Значит, ну, вы ее все знаете. Скоро он будет. Отмечать его будем по-любому. Как не отмечай, все будет правильно. В декабре зимы начало, в декабре дни рождения есть. Для кого декабрь начало, для кого лебединая песнь. Для кого декабрь начало, для кого лебединая песнь. В декабре меня кроха спросит, потирая озябший нос, папа всем ли подарки приносит в новогоднюю ночь Дед Мороз. Папа всем ли подарки приносит в новогоднюю ночь Дед Мороз. В декабре есть еще одна дата, без отметки на календаре. Я тебя целую, как брата, на кабульском чужом дворе. Я тебя целую, как брата, на кабульском чужом дворе. Слезы радости, вспомни об этом, и друзьям своим растолкуй, отчего нам так дорог этот неуклюжий мужской поцелуй. Отчего нам так дорог этот неуклюжий мужской поцелуй. В суету в новогодний вечер вспомни наш боевой отряд. Первый тост за ушедших навечно, тост второй за живых ребят. Первый тост за ушедших навечно, тост второй за живых ребят. Да, на войне никогда ничего нельзя не посчитать, не сказать заранее, какую, кому какая судьба. Я знаю много ребят, вот еще услышал вещь такую от старшины. Человек, который несколько, 1500 прыжков совершил, мастер своего дела, парашютист, погиб в автокатастрофе недавно. Вот прошел все, и не раскрывшись парашюты, и спутанные стропы. А вот, ну, кому какая судьба. А эта песня на войне, тем более, предсказать ничего невозможно. Вот, даже если очень хочешь жить, ну, вот, лучше об этом не думать. Вот, делай свою работу и не думай, когда и чего. И правильно, что никто не знает, когда кому какой конец. Иначе половина человечества сошло бы с ума. И друг друга перерезало бы. Так. Тоже от спецназа. Называется «Маршрут судьбы». На востоке области туман, горы занавешены туманом, по горам плетется караван, нам с тобой идти за караваном. Но пока на базе мы сидим, курим в ожидании командира, горький военторговский Памир. У предгорий древнего Памира, где на маршрутах судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршрутах судьбы только горы и мы
и никто ни за что не в ответе. К генералу вызван командир уточнять маршруты и задачи. А мы сидим, глядим на этот мир, где маршрут пока не обозначен. Вот такая, братцы, пастораль. На войне бывают пасторали. Занесло ребят в такую даль, где они отроду не бывали, где на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. Вышел озадаченный комбат, увеличить требует БКшки. Орлам, что в воздухе кружат, с высоты он кажется букашкой. Орлы добычу стерегут, им орлам плевать на вертолеты, чьи турбины скоро заревут и поднимут в небо нашу роту. Где на маршрутах судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не ответит. А внизу раскинулись поля стеганым лоскутным одеялом. Скудная, но все-таки земля лучше, чем снега за перевалом. Нас вертушки высадят, уйдут, просвистев натуженно винтами. И ребята встанут на маршрут в точке где-то там за облаками. И на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы будут горы и мы, и никто ни за что не в ответе. Ну, я не буду пересказывать, что каждый раз говорю про эту песню. Это мои ощущения. Значит, ну, я в сот раз повторюсь, я крыс сухопутная, ни безбрежья морей, ни высота гор меня как-то не очень вдохновляет. Я не боюсь, там, ни морской качки, там, а вот как-то, ну, неинтересно. И мне кажется, что горам тоже наплевать, и морю на нас. Смотрим мы его, любим его, не любим, абсолютно. Ну, вот, с утра просыпаешься, вокруг горы. И вот так и не увеличишься тут дальние, даже летом, где-то там снегами покрытые. Ощущаешь древнее величие всего этого и думаешь, что мы тут делаем вообще? Вот. Но не подавляют это величие, просто вот, не знаю, Иван сейчас обидится. Он у нас хороший альпинист, настоящий, вот, поэтому... Но не люблю я горы. Вот. Но величие потрясает, даже предает. Как в церковь заходишь, и там... Все, кажется, тебя кто-то смотрит. И к земле придавливает. Не важно. А здесь вроде сможешь сверху вниз, говорил, у меня друг он был. Он там блокпост, танк стоял. Говорит, ухожу утром зубы почистить. Офицер он был, и там пять человек считал, да. Смотрю, говорит, с обрыва вниз, зубы чищу, а там облака плывут, орлы летают. А танк стоит метров на 400 выше его там, на танке. Господи. Там. И танк тоже мелкий по сравнению с горами. Но забыть их невозможно. Избавиться от этого никогда нельзя. Я почти позабыл те бои и походы. Только вот почему-то забыть не могу, как стоят, подпирая небесные своды, горы в белом снегу, горы в белом снегу. Как стоят, подпирая небесные своды, горы в белом снегу, горы в белом снегу.
Поехались ввысь, как на исповедь к Богу, не прощая грехов ни себе, ни врагу, и смотрели на нас молчаливо и строго. Горы в белом снегу, горы в белом снегу, и смотрели на нас молчаливо и строго. Горы в белом снегу, горы в белом снегу. Этот снег, что веками лежит на вершинах, где ни троп не найдешь, ни проезжих дорог, недоступен ни танкам, ни бронемашинам, только стертым подошвам солдатских сапог. Недоступен ни танкам, ни бронемашинам, только стертым подошвам солдатских сапог. И тогда запылали огнем перевалы, и от взрывов трещала броня ледников, и в жестоких боях нам земли не хватало в этом море огня и холодных снегов. И в жестоких боях нам земли не хватало в этом море огня и холодных снегов. Я немало ходил по морям и по сушам, и в другой стороне, на чужом берегу, вспоминал почему-то хребты Гиндукуша. Горы в белом снегу, горы в белом снегу, вспоминал почему-то хребты Гиндукуша. Горы в белом снегу, горы в белом снегу. Там, в больших городах, лещет море людское от потока машин, нескончаемый гул. Но закрою глаза, и встают предо мною горы в белом снегу, горы в белом снегу. Но закрою глаза, и встают предо мною горы в белом снегу, горы в белом снегу. Горы в море небес, как великое чудо, будто в пене волна замерла на бегу. И покуда я жив, никогда не забуду горы в белом снегу, горы в белом снегу. И покуда я жив, никогда не забуду горы в белом снегу, горы в белом снегу. Песня одного из каскадеров, вот этот Юрий Кирсанов. Песня. Одна из первых песен, которую я услышал по прибытию сразу в город Кундуз, откуда потом на Файзабад. Меня посадили на ночь. Встречались командиры точек, которые уже ждали нас, заменщиков, с нетерпением. И мне сказали: вот ты все, что надо тебе знать, вот слушай, дали две кассеты или три. И в комнате, где стоял новенький шарп 3/7, все затянуто коврами, чтобы звук был. И сами пошли под гармошку там петь, плясать, пить водку и радоваться, что встретились и уезжают завтра. Кто кого-то потеряли, вспоминали их. Ну вот, вот эта песня. Здесь под небом чужим, под кабульской лазурью, слышны крики друзей, улетающих вдаль. Ах, как хочется мне, заглянув в амбразуру, пулеметом глуши по России печаль. Ах, как хочется мне,
заглянув в амбразуру, пулеметом глуши по России печаль, день и ночь безразлучно, с боевым автоматом, пистолет под ремнем, как братишка родной, ах, как хочется здесь обложить землю матом, слезы радости лить над родимой землей, ах, как хочется здесь обложить землю матом, слезы радости лить над родимой землей. Нас зенитом судьба очень крепко связала, нам в зените друзей не забыть никогда. Расплескали мы крови по Кабулу немало, и придется еще, коль возникнет нужда. Расплескали мы крови по Кабулу немало, и придется еще, коль возникнет нужда. И приехав домой, не забудь эти встречи, прилетев, не забудь, как вершили дела, не забудь всех друзей, не забудь ты их плечи, их поддержка тебе счастье в бой принесла, не забудь всех друзей, не забудь ты их плечи, их поддержка тебе счастье в бой принесла. А здесь под небом чужим, под кабульской лазурью, слышны крики друзей, улетающих вдаль, ах, как хочется мне, заглянув в амбразуру, пулеметом глуши по России печаль, ах, как хочется мне, заглянув в амбразуру, пулеметом глуши по России печаль. Автор слов этой песни умер 2 года назад. Песня написана давно, и судя по тексту, ну, вы поймете, значит, она даже не там, не в Афганистане, да раньше, а может и там, никто не знает. Но она называется гимном Куоса, была и у нас. Ну, ее тоже все знаете прекрасно. И альма-матер там упоминается, конечно. Бой затих у взорванного моста, ГСН растаяла во мгле, зампады, не терпящие удобства, умирает на сырой земле. Жаркая нерусская погода остывает на его губах, звезды неродного небосвода угасают в голубых глазах. Умирает он, не веря в сказки, сжав в руках разбитый пулемет, и к нему в набедренной повязке вражеский наемник подойдет, подойдет, посмотрит, удивится, вскинет пистолет, прищурит глаз, скажет: много резал бледнолицых, русских буду резать в первый раз. А в России зацвела гречиха, там не бродит дикий папуас. Есть в России город Балашиха, есть там ресторанчик «Бычий глаз». По субботам и по воскресеньям люди в ресторан идут гурьбой, среди них идут, держа равнение, парни с удивительной судьбой. Узнают их по короткой стрижке, по беретам типа «Балахон». Их в округе местные мальчишки называют дяденька-шпион. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они,
пусть им вечным памятником станет проходная возле дурни. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть им вечным памятником станет проходная возле дурни. Это такое как бы двойное стихотворение на один мотив. Песня «Пули» называется. Вот. Понятное дело, что постоянно свистят. Даже когда ты не видишь, вот сидишь в Пензаре в гостинице, а рядом тополя. Мимо. Сам не слышишь и мимо. Свою не слышишь никогда. Вот это мы песня. Кто песню «Пули» слышал хоть бы раз, поймет, спросите каждого из нас, что в мире нет прекраснее напева, когда она сторонкой пролетела. Свою ты не услышишь никогда. Бесшумно, как падучая звезда с последним ощущением тревоги, она тебя отыщет среди многих. А потому под пулями не гнись, не удлинишь таким маневром жизнь. Надо просто двигаться вперед, сомкнуть ряды, и кто-нибудь дойдет. Такая философия войны. А песни, что войной рождены, прекрасны и страшны, не потому ли, что главная их тема – песня «Пули». Бредит песнями земля, от ручья до соловья. Композиторы в идеях утонули, но однажды вышло друг нам почувствовать на слух песню пули, песню пули. Но однажды вышло друг нам почувствовать на слух песню пули, песню пули. Мы узнали, старина, как умеет петь война в Кандагаре, в Бадахшане и в Кабуле. Под аккорд 5:45 смерть выходит исполнять песню пули, песню пули. Под аккорд 5:45 смерть выходит исполнять песню пули, песню пули. Рикошетя от земли, пули прыгают в пыли, вон фонтанчики к кому-то потянулись. Недолет ли перелет, но кто-то жизнью оборвет песню пули, песню пули. Недолет ли перелет, но кто-то жизнью оборвет песню пули, песню пули. Было дело, бой гремел, каждый честен был и смел. Мы не дрогнули и спять не повернули, ни за деньги, ни за страх. Вот и слышим мы во снах песню пули, песню пули. Ни за деньги, ни за страх. Вот и слышим мы во снах песню пули, песню пули. Бредит песнями земля, от ручья до соловья. Композиторы в идеях утонули, но однажды вышло друг нам почувствовать на слух песню пули, песню пули. Но однажды вышло друг нам почувствовать на слух песню пули, песню пули. Тоже личный персональный день, потому что 18 декабря 81 года из 2-го главного управления был наконец-то после сдачи всех документов в архивы и все прочее переведен в 1-е главное управление и отправился в Балашиху, где с 19 августа 81 года по распоряжению Андропова формировалось совершенно уникальное подразделение внешней разведки. Она вообще не внешняя, она была там как бы сама по себе, одно большое, под названием «Вымпел». И та, что 25 лет мои тоже там присутствуют. В этом году исполнилось. Вот в декабре, вот завтра буквально. И поэтому и были мы в Каскадах. Здесь сидят мои друзья, не буду называть пальцами, некоторые не понравится называть их по именам.
друзья по каскадам, по четвертому каскаду, других я не был там, четвертому. И были еще после нас оставались там каскадеры, которые стали советниками под разными другими названиями. Но эта песня называется «Последний каскадер». Мы называли каждый прилет туда залетами. Очередной залет, четвертый залет в Афганистан. Значит, «Последний каскадер». Четвертый каскад закончился, и операции каскада боевых подразделений закончились. Потом началась больше советническая деятельность. А вот четыре каскада, и мы его закрывали. Самый большой был, и год мы там просидели. Вот и все, закончена работа, идет среди афганских гор. Каскадер четвертого залета и последний самый каскадер. Каскадер четвертого залета и последний самый каскадер. Без брони идет, без автомата, весь багаж, рюкзак да чемодан. Парень из последнего каскада покидает мартовский Афган. Парень из последнего каскада покидает мартовский Афган. По кабульскому аэродрому он идет, не чувствуя весны. За 4000 верст от дома и за 300 метров от войны. За 4000 верст от дома и за 300 метров от войны. Он почти у трапа оглянется, остановится и на момент отчего-то грустно улыбнется и закурит сигарету Кент. Отчего-то грустно улыбнется и закурит сигарету Кент. Может, нет для радости причины, может, просто до смерти устал. Смотрит он на горные вершины, среди которых жил и воевал. Смотрит он на горные вершины, среди которых жил и воевал. И когда, прервав минуту эту, дружески махнет ему пилот, он, щелчком отбросив сигарету, не спеша поднимется на борт. Он, щелчком отбросив сигарету, не спеша поднимется на борт. И под рев турбин родного ила, боевых традиций не забыв, с бортмехаником по кружке шила, без закуски выпьет за отрыв. С бортмехаником по кружке шила, без закуски выпьет за отрыв. И уже под мирный гул моторов, по дороге к дому и весне, будет спать и видеть сны, которых никогда не видел на войне. Будет спать и видеть сны, которых никогда не видел на войне. Сны, в которых рейды и засады, БТР дрожащий горячом, и блокпост, где все его ребята живы и не ранены еще. Блокпост, где все его ребята живы и не ранены еще. Будут в снах у каскадера горы, весь дыму Хайберский перевал. Не будите, люди, каскадера, он свою войну отвоевал. Не будите, люди, каскадера, он свою войну отвоевал. Спасибо большое.
вопросов нет. А, все. Последнюю короткую песню и на перерыв разойдемся. Ладно? А, спасибо. Да, вот это вот, это по заявкам вашим, если... Есть у кого что? Короткую песню, к сожалению. Многие ушли из жизни. О, спасибо. Многие из жизни ушли. Да. Нет, тут и написано чего-то. Да это... Ладно, у меня есть это. А вдруг написано, я буду вот упираться. Ладно. А, и для другого. Ладно. Салфетка. Понял. Пригодятся. Значит, эта песня о пяти каскадерах, потому что каждый год, хоть я не вылезаю из деревни, но когда связываюсь с Москвой, тот приходит, к великому сожалению, мы теряем по возрасту, от болячек, от кто чего. Что говорить, кто спился, кто скурился, кто в лихие 90-е погиб, значит, кто где-то за пределами Родины, кто-то погиб в Царёвы Вуки, это в Сербии. Царские волки, это Русбат, русский батальон, добровольческий был. Мы теряем друзей. Понятно, что сами стареем, а со временем. Но эта песня... Пять каскадеров лезли ввысь по кручам на Памире, но сверху камни сорвались, и их уже четыре. Однажды четверо пошли в кишлак под Гюльханою и власть народную спасли, но их осталось трое. Три каскадера шли в песках, плелись едва-едва. Один ловушку прозевал, и их осталось два. Из кишлака, услышав крик, решили поглядим, но там был снайпер-штурмовик, и их уже один. Один вернулся ему молиться бы судьбе, но стал не нужен никому и, главное, себе. За рюмкой, коротая дни, он сжег себя дотла, и снова встретились они, такие вот дела. Да, 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 все, мне пока с администрации. Перерыв минут 15, там 20.